Всем привет! Сегодня мы находимся на нашем объекте, ресторан «Вкус Грузии» на Васильевском острове. Меня зовут Румянцева Неля, я дизайнер студии Rai Design, и мы вместе с Александром реализовали это место. Главная идея при создании этого проекта была следующая. Все, что вы здесь видите вокруг, началось со слова «А давай». «А давай сделаем 60 танцующих хинкальки». А давай сделаем гигантскую латунную люстру, чтобы она напоминала закаты в Грузии. А давай у нас будет натуральный пол, и давай у нас будут дорогущие эксклюзивные предметы мебели. Так и получилось, что в совокупности у нас вышел эксклюзивный проект, в котором уютно и тепло, как дома. В ресторанных проектах часто бывает бояться постелить натуральное дерево в виде паркета, потому что он царапается, он убивается. Но в этом проекте мы подобрали такую конструкцию, которая не боится воды. И специально используют такие обработки, которые дают некий шарм при, наоборот, использовании и вот юзании от этого паркета. Какие-то дополнительные царапины придадут только красоту этому полу. То самое чувство, когда заказчиком ты в унисон. И поэтому в каждой плоскости мы видим нетривиальные решения. На стенах у нас авторская штукатурка. На потолке у нас имитация ручной живописи посредством фрески. С полом вышла особенная история. Мы интегрировали натуральный материал паркета в бетонную стяжку. И поэтому у нас получились достаточно сложные, но безумно красивые варианты для решения этого вопроса. Грузинскую этнику мы интерпретировали по-своему. И отсюда у нас привычные материалы появились в абсолютно непривычном для них исполнении. Как, например, латунный смеситель, который выполнен в виде водопада. В ресторане «Вкус Грузия», по желанию заказчика, мы должны были вписать в концепцию открытую кухню, что у нас, безусловно, получилось. Золотое правило для любого дизайнера интерьеров при проектировании помещения – это использование максимально гармоничной палитры цветов. Во «Вкусе Грузии» этими цветами является бежевый, золото, либо ее проявление в виде латуни, а также натуральная текстура дерева, которую мы видим на полу, на столе и даже местами на потолке. Неля, спасибо тебе за этот прекрасный реализованный проект. Действительно, на Васильевском острове не хватало такой локации атмосферной. Пожалуйста, Саш, будем вас всех ждать в ресторане «Вкус Грузии» для того, чтобы вы оценили наш уютный интерьер. Всем пока! Всем привет! Сегодня мы находимся на нашем объекте, ресторан «Вкус Грузии» на Васильевском острове. Застегни уже эту твою женственность.